Бывший директор областного центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Павел Дудкевич услышал приговор за взятку от коммерческой организации. Ей он оказывал покровительство в разработке и строительстве разных коммунальных сетей на территории Ленобласти. Размер взятки чуть более 350 тысяч рублей. Но по закону это крупный. Наказание до 12 лет колонии. Однако суд учел сделку со следствием и оставил управленца дома с 4-летним условным сроком, а также штрафом в миллион и запретом на 2 года занимать руководящие должности в сфере энергетики. Арест земельного участка и здания, которые принадлежат осужденному, суд пока не снял до выплаты штрафа. Следствием и судом установлено, что в декабре 2021 года осужденный, являясь директором учреждения, получил от генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Энергоальянс» взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера на сумму свыше 350 тысяч рублей.